Открытый чемпионат города по спортивному ориентированию впервые прошел в Олимпийском парке. В новом районе курорта турнир решили организовать после недавно успешно проведенного здесь российского азимута. Тогда в соревнованиях приняли участие более 2500 человек. Масштаб сегодняшнего турнира, конечно, не такой. На старт вышли более 80 спортсменов, но азарта у ребят ничуть не меньше. Олимпийский парк – это все-таки особое место вот сейчас для наших детей, потому что все-таки это место, где были олимпийские победы для детей наших, для сучицев, это очень важно. Вот непосредственно Олимпийский парк. Как бы в других местах они, конечно, борются за первое место, но здесь особый микроклимат. Отмечу, что подобные турниры в разных местах курорта проводятся практически каждый месяц. И с каждым новым соревнованием на дистанцию выходят все больше спортсменов. Спортивное ориентирование становится все более популярным в Сочи видом спорта. Дети даже предложили в следующий раз провести соревнования в Олимпийском парке, передвигаясь на роликах и велосипедах.